Добрый день! В сегодняшнем видео мы представляем вашему вниманию сравнение работы двух насосов и двух разных типов головок. В первом случае МДП-200 плюс шестеренчатой головкой, во втором МДП-200 с перистатической головкой. Давайте рассмотрим основные отличия в принципах работы. Перистатическая головка работает за счет пережимания роликами трубки в момент вращения основного вала, и продукт не контактирует с самой головкой. В случае с шестеренчатой головкой дозация происходит за счет вращения косозубых шестеренок, что дает более точное дозирование густого продукта при высокой скорости розлива. Головка легко промывается от продукта, и при необходимости ее разборки и сборки это занимает считанные минуты. При необходимости смены головки шестеренчатой на перистальтическую необходимо открутить 4 винта и открутить муфту соединения с ведущим валом привода. Продуктом сегодня будет 100% глицерин. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и до свидания.